Это запись момента моего стрима! Он может быть новым! Он может быть старым! Мне все равно! Смотри трансляции у меня на канале! Привет! Рейдж мне показался очень интересный и концептуальный, и даже шутер там был веселый, когда ты комбинируешь, стреляешь, кидаешь бумеранги, кидаешь эти роботов и прочее. Но при этом она именно облажалась в том, что там было слишком мало всего. То есть, кроме шутера нормального, там было нехуй делать. То есть, предполагалось, что это будет такое, что ты ездишь из города в город. Что-то фактически как мини-Fallout с какими-то историями, с каким-то... Что это будет как вот Red Dead Redemption какой-нибудь. Что ты идешь, а тут бац, какая-то история у тебя под руками появилась. И ты такой, окей, я пойду узнаю. А потом раз у тебя тот, кто был в беде, он на самом деле он тебя решил подставить и стреляет тебе в спину. И ты думал, что нечто подобное будет в Rage, а в Rage нихера такого нету, там вообще ничего нету. Ты как бы идешь по сюжету просто и какие-то гоночки там проходишь в городах, и потом ты выиграл. При этом у меня вообще у Rage изначально были проблемы на моем PC. И он даже, несмотря на проблемы, мне нравился. То есть. Я даже, по-моему, понял, стрим делал какой-то. Да-да-да-да, я пытался даже его стримить, я помню. Но у меня был ролик. У меня был какой-то ролик про Rage, где я издевался над текстурками. А, я там, потому что я посреди ролика стал делать вид, что я ваномаз. Я стал полигоны считать. Серьезно? Да, но потому что он... Ну, ты помнишь, какие были проблемы изначально у Rage? Что ты мог смотреть в одну сторону, развернуться, и сзади тебя был непрогруженные текстуры несколько минут. Если у тебя компьютер не тянет. И ты такой... Как бы, я играл это в пикабу с текстурами, я типа стою-стою, потом «А!» И они такие прогружались. Это было смешно. Я потом подходил такой, разворачиваюсь, потом смотрю на колесо и такой «О, ну, полигонов вообще не...» Подождите, тут это, кстати, с Воти решил зайти. Отмени пока поиск, да. Фарго, ты же, Ром, смотрел Фарго, да? Да, охуенный. Да. Я его всем советовал, как мог. Да, и ты тоже посмотришь прыгунов. Ну, как не посмотрю. Никак-нибудь скачаешь и весь посмотришь сразу и не оторвешься. Это, сейчас, мне, тут уже в чате, мне тут уже в чате пишут, то, что Rest in Peace Калаш 23 часа полночи. Очень смешно, ребят. Я тут для фанов контроль играю, а не для ранка. Вот так вот, да. Да, я тут фан получаю. Главное выигрывать еще в процессе. Но если не выгодно, да какая разница? Это как вот Боброс. Мы будем Бобросы Counter-Strike. Вы же знаете, кто такой Боброс или нет? Который художник? Да-да-да. Он который такой говорит, что... Я сегодня нарисую вам очередную ебалайку. Нет, у него там есть такая фраза, типа, он постоянно говорит, что... О, вы, наверное, думаете, ну, ты, Боб, сейчас облажался здесь. Но нет, у нас не бывает ошибок. У нас бывают приятные инциденты. Приятный случайности. О, Доги читер, все, пацаны, я репортнул его. Доги читер. Он меня с одного выстрела в голову убил. У нас на Ютубе, я не знаю, у нас, Шпигун, у нас есть кто на Ютубе из русскоязычных, кто как бы в игры и в игровой индустрии делает ролики? Мне кажется, никто. Ты хочешь, чтобы какой-то именно игровой журналист, серьезный, не типа, журналист, нет, я скажу сейчас. Типа Angry Joe ты хочешь, хотя бы кого-то, да? Или какой-нибудь... Но Джон Трон хотя бы в классику играл. У нас таких не будет, потому что это невыгодно тупо. Никто не на... То есть, те, кто начинает... Хватит говорить о разных, мы играем в контру, серьезный бизнес, блядь. Нет никакого фана, все, блядь, на ранге играем. Так. Окей. Я позвал сюда Своти, только он не зашел. Или зашел. Don't stop believing. Я нихуя не вижу. Что он сказал? Don't stop believing. Я же пригласил его в чат. Че он? Блять, вы всех убили. Как? Блять, это была граната! Я стоял на месте, а чуваки мимо меня проходят. Я Своти в чат приглашаю, а они просто стоят здесь. Я должен тебя убить. Они меня вообще не заметили, я слился с окружением. Я был как дерево. Своти, я тебя пригласил, иди в скайп, ёпта. Вот и он, you feel Russian, get up like Wiki Market. Рома, блядь! Чё? Двигай жопу. Я приглашаю в скайп, я не знаю, чё Своти. Я нихуя не вижу. Херли, ты не заходишь в скайп, скажи мне. Херли! Я ж сказал, не могу зайти в скайп.
Чё-то не может, заходи просто и всё, не может он. Блять, fucking Гаев, пока. Понимаешь, как говорить нельзя, он выкидывает меня. Говорит, нельзя. Чё нельзя, блять, нельзя, сейчас я тебе нельзя. Shut the fuck up! Придётся пересоздавать, что ли? Ладно, сам заткнись, мы тут разговариваем. Мы разговариваем, блять, не перебивай нас. Я потанцевал, а меня убили. А бомбу-то в квартире забыли. Да, да. Ну да, легко запрыгнуть. Легко запрыгнуть, легко купить. Блять, из пистолета ты столько три... Я понял. Он может, да, вон там. Только что трижды нажал, мне скайп сказал хуй тебе и выгнал. В магазине сидит, блядь. в магазине. Вот пиздец, что ты под панда сказал. Панда, не сними меня. Еще один за диффузи хотел. Видите, аниме. Аниме хуенда, ты смог. Аниме хуенда такая, да? Инуенда, мэн. Я ничего не понимаю, что вы говорите. Set course to intercourse. А с чего вдруг это были деньги на бухой? Я не понимаю, где враги, что вы умерли? Плиз, чё плиз? Ты живой? А, нет, ты не стал. Тебя прикрыть? Вон. А где ещё прикрыть? Ты выйдешь, откуда выйдешь? Ну же ушел, что ли? Долларов, это ушел, конечно. Cover me! Молодца! А где его? Я охуенчик, всех победил вообще. И потом как это, как в песне Pink Floyd. Мне нравится вот это начало этой песни, но при этом песня мне не очень нравится. Но мне нравится этот звук машинок этих. Ну прикольная песня такая. Спасибо, Серега, the best. Вот респондала. Я не знаю, мне Pink Floyd нравится идейно, но я не могу его слушать долго. Он как Высоцкий. Блять. Жив. Объявляю охоту на волков. Как там была песня «Охоту на волков»? Зато все школьники знали песню про еще один кирпичик в стене. Ёпта, сам себя плохнул. Ёбак. Нам не очень задел. Хотел попасть, не по... Да бля, где он был, пиздец? Справа тебя, пидор. Ты что, ты знаешь, да? Ты что, ты знаешь? Дай ему умереть с миром этой панте. Нет, даже... У этого чувака жизни там почти не было. Да, это тот чувак. Это был не тот чувак. Скажи, что свой скайп зайдет, он задал. Да он не может, он говорит, что он нажимает, а у него не входит. Что он unreal human being. Да, надо пересоздать тогда. Пересоздать, потому что я же должен гагатон приглашать всех, я пересоздаю. Суть в том, что Skype не дает мне возможности. Да, из-за тебя я сейчас просру. Я не знаю. Окей, я еще жив. Ты мне говоришь, что я виноват. Да ты виноват. Skype мне просто. Я не говорю тебе, что ты виноват. Здесь хорошо, какого хера? Так и такого, что Skype говорит, ты не знаешь его, ты не можешь с ним говорить. Ты не знаешь Джека. Дай. Они все там в углу сидят. Где они? Вон, ну блин. Тихо. Я слышу кого-то. Кто-то бегает. Своти. Справа от тебя был чувак. Ты зачем налево повернулся? А как ты сдох-то? Уже поздно, я умер. Совет. Но он где-то там, Ром. Сука, ёбаный! Как так вообще? Где-то там! Ну он, наверное, там! Где-то там! Найспай, 360 использовал. Ричард, у нас что даже здесь везде слышно. Откуда это? Ну ничего, мы еще можем победить, мы выигрываем вообще. Если посмотреть на статистику, то мы выигрываем. Тут гранат прилетел, прикиньте. А, еще и горит все. Пожар! Туши! Где там убили? С вами невозможно. Я думал, ты ради фана играешь. Нет. I lied. Я убью того, которого ты не убил. Я попал в него, добейте хотя бы, попытайтесь. Че там, убили? Окей. Панда, молодец, он не слышал меня, но он говорит русский, он кричит русский тебе. Он говорит boost me.
Нет, он говорит русский. Русский. Вот кинь. Соси хуй. Явно хуй переводчик. О, видел, как хорошо попал. Ой, блядь, откуда? Он сзади, о, сзади с их, блядь. Блядь, да как вот, вообще? Вот я про него говорил. Пиздец, блядь. Смотри на аватарку. Ебучий видишь? Дробовик. Я ведь сделал пол работы. Да просто бобец, Питер. Ну, человек-паук. Пидер Баркер. Пидер. Пидер Бабаркер. Пидер Баргер. Баргер. Пидер Дарговец. Справа человек. Окей, есть слева. Есть слева. Ща, вот так. Оп, 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 360, оп, оп. Где он был? А! Ёбаный авайперы там. Давай, давай, панда. Сука, там АВПшник был. Давай, панда. Панда, единственная надежда на тебя. Я вот, вот панда, никто меня не шукайся. Верит, а я все равно иду. Ну-ка ты ходит. Я и пойду туда. А я в плюсе, кстати. А чего вы все в минусе, а я в плюсе, но меньше очков. Я иду в атаку. Вот там такой. Блин, пошел вон. Иди лучше добей того, что справа забил. Не смог. По-моему, я... Ну не смог. Ну а и у что? Меня Real Human Being закончился. Надо вернуть тогда звук в скайп. Хуец. Все, я послушал Unreal Human Being фасоль и зарядился фасолью, представляешь? Ричард, вот каждый раз начинается это, начинается. Ты понимаешь, я играл? Понимаешь, что страдают невинные люди? Я 5-6. Страдают люди вроде меня. То есть я-то уже и не страдаю, я уже пострадал, у меня уже нет. У меня даже КД нормальный. Я пойду помогу другому этому фасолечке. Тебе уже постреляли? Да. Мне там стенка спасла. Там жжется все. Чё, не ходи, не за... надо, не надо. Милиция, за мной преследует маньяк. Милиция меня. Приезжает тебе все же поговорить с тобой хочу. Заговорить есть. Я могу тебя подсадить, идиот. Наверху, блин, один. Вы сейчас всех же перестреляют там, вон он. Он убил одного. Панда убил. Давай я тебя тоже посажу. Один на смотрит. Нет, сука, нет! Его убивай его, нет, ты зол. А, сидит прям. Ты добил его? Я крысил. Я говорил, что был сверху. Тихо, молчите. Хватит, есть еще кто. Блять, он и сзади пришли, и спереди пришли, и отовсюду пришли. Чё у него за гамагей стоит? Чё вот это за гамагей нас убивает? Доктор Нейл, что это за хуйня? Я не подписывался на это. А пойду посмотришь. Ты не подписывался, он на тебя подписался. О, чего ты своих подписчиков оскорбляешь, потом будет писать. Он из Барселоны какой-то говноед. Напиши пута. Пута. Давайте все напишем пута. Блять, кто пидор? Это как вообще? Это обрай. Ну да. Хотя он не увидит, он же не мертв. Он увидит. Нет, они увидят, да-да-да. Чат этот видит. Ой, 6, не успеет, правда. О, новый был. Опять SMB. Этот ебучий дробовик. Джастин Бибер или кто это? Или это она вообще? Пута. Да-да, у меня написано вообще, что я из Зимбабве. Поэтому. Из Зимбабве? Никто мне не сможет ничего написать на зимбабвском. Зина баба. Зимбабве. Ты кто, блядь? Бегу в Зимбабве. Месси, смог, пожалуйста, фасоль не спеши. Я типа создам шумок на Б, сделаю что. Окей, вы уже все перестрелили. Ты умер так. Сразу пустил дым из жопы. Пригорело, блин. Прилепело, я бы сказал. Спасибо, добежи. Вот у тебя твоя бомба упала, так прикольно перекатилась. Это не смешно. Придымелась. Она. Сегодня мы с тобой придымеем. Ричард. У нас есть священная цель, мы КТ. Можем взорвать это. Сука, не убей меня! КТ. Автоноб ебучий. Блин, Рома, быстрее, сули булками.
Да, да, очень шире. Булками создаем. Слева. Сейчас КТ будет. СКТ выходит. СКТ, он. Ты что, серьезно? Какое я его видел? Че ты говоришь уже? Зачем, когда я его вижу? Эта тактика, она хорошая. Но не очень результативная. Ну он уже взорвется, наверное, если он не обезрежет. Окей, он обезрежил. Ты говорил, КТ, я подумал, что он выходит справа от меня, а никто справа от меня не выходил, поэтому я стал смотреть направо, когда я видел человека. Сука, я там по полу, по лобоям... Это хайлайты заслуживает просто. Как он выжил-то, блядь? И впрямь, как он выжил? Знаешь, ты в сторонку отошел, подождал, пока ты там весь дух отпустишь. Он просто, наверное, за ящиком сидел. Это, блядь, хуйня. Вот он точно так же думал, когда ты стрелял в него. Типа, а, хуйня, не убьет его. И его не убило. Ром, ай. Ты как там? Потушить поле. Беги давай отсюда, я тебя прикрою. Все, уходим нахуй, это там. Воу. Один за ящиком, второй на троне. Давайте подперну. Да не надо. Да надо было бы. Один за ящиком? Каким ящиком? На А. Ну да, был. Я вижу, но его убили. Блять, что это за дробовик такой? Ебать, копать. Ну вы будете, может, на А пойдете или на Б куда-нибудь там. Я обхожу. Блять, там был в магазине. Понятно. Просто ну, меня этот пидерок со своим дробовиком. Опять, своим... Вы создаете ненужное напряжение в ситуации. Оно не обязательно. Вот какого, хуя? Какого хуя было 4-0, и они 6 подряд вытянули? Как? Панда потому... сейчас из магазина кончил. Пидерок взял свою новую и запиделил нас всех. Лёг. Лёг. Сорок. Не шей мне, сорок. Что он? Что он? Ну, может, там my был. So many viewers. Сейчас, какой же один. Слева, слева. Because it sucks so much. Да. Are you shy or something? Люди решили посмотреть. No, it's like, типа, нихуя немного. Shia LaBeouf, Shia LaBeouf. Вы слышали песню про Shia LaBeouf? Да, который еще баян. Кстати, by the way. Но она не дикий, ты видел новую версию, где Shia LaBeouf сидит в киночет? Да. Это баян раз? Это новая версия, не баян. Так вообще существует давно. Не, ну песня-то давно, но я имею в виду там, где Shia LaBeouf сидит, он потом хлопает в конце. Ну, лично да. Мне это пробрало больше, чем сама песня. Нету там никого на втором этаже. Ой, да какого фига, кто? Откуда? Убил. Зачем? Не надо, я ухожу отсюда. Okay. Where's the last guy? Where was he? Наверху. Ай, дрищись. Какого хуя, у меня опять бомба? Кто дает мне бомбу? Сейчас меня убьют с ОВП, потому что я буду плантить. Блять, охуенно был кинул. Ты маленький бордюрчик? Блять. А где он? Маленький бордюрчик, который в гранат спотыкает. Где они все? Почему нет? Вы прыгиваете, пиздец. Вся команда здесь такая. А где панда была вроде, он, кричал? Блядь, панда сдохла. Я видел. Где он? Он не в апартментах. Он сидит в комнате, где снайперка. Ну вы не ходите, просто сидите, пасите бомбу. Думаете, какая снайперка? Я с той стороны обойду. Ты имеешь в виду, что не он надо, на кухне или он именно в этом, в магазине? Не в магазине, он в комнатке-то сидел. Сейчас вот справа убьет. Я сейчас постараюсь, если я успею, пока бомба не взорвется, или он не начнет обходить и не убьет меня первым. Или я пока он не начнет, сейчас пойдет и разрядит. Я застрял на лестнице. Не успеет. Я бы охуел, если... Блин! Какого фига? А, то есть там на респауне у нас сидел, что ли? Он нет, он сидел, ну ты сперва... Думаешь, ты испугался? Это я испугался, что меня сейчас просто так... Просто так вот именно. А? Да он с котом разговаривает. Да. Мяу. Мяу. Мне кажется, однажды ты
проснешься, будешь разговаривать с котом, и поймешь, что он уже мертв. И тебе 40 лет. Ты такой. На самом деле он проснется. На самом деле, то, что Ричард уже мертв. А кот ему так скажет. На самом деле ты мертв. А покажет. Кот такой ему привет. Не, и он укажет на него мертвое тело, такое Ричард такой. А потом ты поймешь, что твой кот. Может что твой быть. Кот Шималан. И ты такой. Оо! Вот это поворот! Это поворот. Это он все. Он ушел вниз по трубе. Почему все оттуда вышли? Блин, сзади, сзади, ну пацаны, ну что такое? Откуда сзади? Прям за мной. Как я не попал? Но я не попал, я его чё? Видел. Блять, сука. Пиздец, у него 8 хп осталось. Оу, панда, да, четко прозорбал. У Ричарда 5... Он спиди, и он ходит спиди, ну. Like 8. No, that's not the one. Сейчас могут тебя справа обойти, Ричард. Сколько? 12? Вась, it's not the time. Твой Вася не знает, он даже человеческий не знает, а ты ему на английском. Нет, это а вдруг... Тробовик остался, мне страшно выходить. Бегите, беги на планте, на планте. Да плант ты уже, ёпта, серьёзно. Да куда ты бежишь? Здесь и плант. На планте, куда? Куда ты побежал-то? Блять, ну, слава богу, панда затащил, а то я бы сранулся с этого. Труп буквально к стене прибило. Я серьезно обосрался. Где его, где ожидал? На Б увидеть, посерединке увидеть. Но я не ожидал, что он прям на респауне сидит. Нахуя ты его ждал? Хорошо его спалил. Он бы сейчас вышел, у нас двоих с дробовика. Да, конечно, это панда, он туда шел. Потому что я спалил. А ты взял, выбежал с бомбой в руках просто туда. Панда все время за мной ходит. Мне кажется, он что-то плохое хочет сделать. Возможно, он хочет сказать, что everybody was kung fu fighting. На Б прям мне гранату в глаз попали. Больно. Fast as fighting. Кому уходи оттуда, они все на... Если бы я попадал, это было бы ничего так. Break a leg. You broke leg, man. Это... Интересная русская группа под названием «Ногу свело». Ну. Брам-брам-брам-брам. 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 Брам-брам-брам. Бам-бам-бам. Вы видели трейлер «Жмурок» старый, который еще под эту музыку был? «Жмурок» смотрел? Нет. Я смотрел «Жмурки». «Жмурки» веселый. Да, «Жмурки» один из немногих хороших фильмов. Где играет Михалков. Он там маленького мальчика по попке шлёпает. В баньке. Голенький. Это на самом деле... Да. Построенный на ЦП, да? Да, я хотел сказать, что просто пришли к Михалкову, он мальчика шлёпал. Дайте в кино это вставить. Он там купался с ним. Ну вы не можете одного человека шотганом убить, это просто... Я просто на припар всю обойму потратил, а когда я его реально встретил... Вот видишь, смотри какой поворот. Ой, чё я взял? Господи. Никто не хочет поймать там. Лол. Что ты там кинул? SSG. Я панде SSG за счет кинул. Все, нам конец. Ты мог бы мне дать. Панда такой, но я не буду отказываться от халявы. От халявы. Халявка. А, нет, SSG. Нет, не надо говно. А Егор, да. Это что-то перепутал. Как говорится, если вам предлагают наркотики, говорите спасибо, потому что наркотики дорогие. Блять, я слепил этого пидора, а он застрелил меня. Я всегда говорю спасибо, когда мне что-то дают. Особенно наркотики, да? Всегда прям. Сейчас ты дают наркотики? Нет. Ну ты с котами говоришь. В этом нет ничего плохого. 91 урон, продамаджил. Кажется, стол. Можно идти шпику. Там одного 91 урон. Вот справа, да, вот этот вот. Еще один где-то. А вы что, на Б посеяли? А вы что, блядь, все умерли? А я вообще не с бомбы был, я не знаю, кто посеял. Своти? По-моему, панда. Не, это панда, был ты. Панда, не я. Это был ты, я видел, как панду убили. Где показалось? Я видел. Панда. Я знаю, что я видел. Точно, панда, он все время за мной ходит. Я говорю, что за мной ходишь? А это скорее всего, палят как-нибудь там. Как-нибудь там-то палит, да, пока не выходишь. Тем более, вон бомба лежит, не моя бомба. 3 секунды, терпи пока что. Сейчас я тут все посмотрю сначала. Почерпи. Куда у вас 40 секунд? Да 40 секунд, мы уже у бомбы, все нормально.
Дай это Ричарду залезть. А, внутри здания, значит. Я очень медленно и тихо залазю. Шпигун, не хочешь вот так вот залезть? Так, безопаснее, давай. И сейчас такой подбегает с пулеметом. Давай. Вот чтобы Ричард туда влез со своим префайером. Блин, ох, блядь, он в центре вообще, он там, вон, в центре, да, бежит. Где там? Он там, где, бля, вот там, я хуй знаю, в центре, вон, шорт, он там. Ладно, так, пали меня. Шорт. Ой, ты чё, серьёзно? Пали меня. Буквально такой. Окей, валю. Блядь. Сори, чувак, это был полный пиздец. Тихо. Тихо. Он за колонной там. Тихо. Да нихуя. Ну вы, блядь, можете помолчать, сука, блядь. Как ты эти помехи создаешь? Ты очень сильно дуешь микрофон, или чё? Да, по-моему, микрофон просто, знаешь, прости. Прости. У нас белый шум, извините. Весь красный шум, микрофон, блин. Ну я как бы, я подолью просто. Ай, давай. Let's go to the boys. Я не знаю, что с пандой происходит, но он тоже, похоже, чувствует. Мне тут написали микрофон уже. Микрофон в жопу засовывается. В жопу засовывается. Найс. Найс, тактик. А, там дикой. Ну и что дикой? Ты как будто нам туда идти не надо. Ну а зачем нам сюда? Обходим, пока можем. Заходим. Вот я пустил тебя вперед, чтобы как бы... Дамы вперед, тебя убивает, и я такой пиу-пиу-пиу. Я ведь специально пожертвовал собой во имя вашей победы, нашей победы. Наша победа, ты, наша победа. 8-8. Ты иди куда хочешь. Как бы послал я его. Он же панда, куда он может пойти? Он такой, waking up this morning, they're gonna regret this. Могу поспорить, что они на бег. Они сейчас на А побегут, да. Бегут на А. Такие, ну, блин, дым. Но я бегёшь. Уверен, что они не все, скорее всего. У меня наркотики в глазах, и я попал в него каким-то чудом. Наркотики в глазах? Да, сука, это дробовичок вышел. Этот пидорок? Да, пидорок, он умеет, блять, с такого расстояния! Сука! Ой, я с пистолета убил чувака, который... Кто-нибудь на А, убейте пидерка, потому что у меня перегорает от него. О, видите, я двух людей с пистолетика убил. Значит, вышел на серьезную перестрелку. Кстати, как вам мой новый пистолет, видели? Нет. Ну и не надо. Ну ты мог бы показать. Это деньги просто на гранат. А куда мне там ФАМАС? Нахуя мне ФАМАС? Возьми Джой, ФАМАС. Нет, это не мой. Мне не нужен ФАМАС, мне есть дробовик. Но у меня есть АУК. Зачем мне что-то еще, когда есть АУК? АУК это путь жизни. Путь ветра. Путь пуля в глаза. Путь, когда никто не ожидает, что они мертвы. Так, я иду в атаку. Ричард, попроси Шпигуна затянуть свою балладу «Летим высоко». Летим высоко! Ебем друг друга в небе. Сзади. Прям сразу. Откуда сзади? Там ебали. Для всех описывай ситуацию. Вон, наверху. Я кричу сзади, а вы там уже посмотрите, где там сзади. Летим высоко. Вот кто сейчас на респауне стоит, смотрите, какой у меня аук. А? Подожди. Тигровый аук такой. Нормальный аук, чё? Тигровый. Да, тигровый. Я сделал... Я походу стрим сломал. После того рейджа с микрофона, я походу стрим сломал. Больше никто со мной не общается. Да ты просто в нос переделал. В нос переделал, да. Это наш фразеологизм, когда тебе говорят оборзел, а ты в нос переделал, говоришь. Я говорю в рот, это более грубая форма. Так, блин! Но когда ты хочешь совсем попил. Унизить человека, ты в рот. Зачем я? Зачем? А если совсем немного хочешь унизить, то в нос. Это бы. Потому что в рот пердел, получается, что ты не просто пердел, ты еще и с подливой пердел. Тогда звук такой. Ай, я.
Чувак, успел поставить бомбу? Не успел, не успел. Она прямо на планте, ага. На картошку. А он так где сам? Забрал бомбу. На картошку. Только, бля, маслину словил. Как вам мой аук, я говорю, а? Найс? Говно. Аук, найс. Соси! Соси, только угава. Общаемся, мне тут птицы с Айриной. Не хочу, какой еще общение? Читаешь чат? Да, я читаю чат. Какой обсуждать музыку? Давай обсуждать музыку. One Direction говно. Ну не знаю, я их даже не слушал. Короче, современный, короче, Boys Band 2014 года, который overrated. Который даже... У него даже нет Джастина Тимберлейка. Каком бойсбенде мы можем говорить? Я вот Джастина Бибера, наверное, может быть, случайно одну песню слушал, где его имеет какой-то нигер. Я не помню, как это он. Это не песня, чувак. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю, хом-видео, как оно называется. Да блин, ну как, откуда? Откуда? Они все по стеночке разлеглись на миду. Все по стеночке справа, прям справа у стен. Их трое там. Панда, уходи, тебя ёбнут. Тебя ёбнут. Панду прессует, помогите пацану. Его, всё, ему конец. Шпигун, как там обстановочка? Заебись. Нет, я не знаю даже, что делать. Их я там пойду... 5 держите человек. Держите их, я их обхожу. Тебя слышно здесь. Да похуй, не слышат они нихуя. Они там стреляют по всей уши. Сейчас за угол сразу доставай. Нет, я чуть не смотрел скин. Кого? О, меня тут все, да, пишут, полностью солидарно. Даже Джастин Бибер не так достал, как One Direction. Не слышу ни одной песни, кто такие вообще, не знаю, ребята. Видишь, даже девушка мне нравится. Сука, блять! Хоть кто-нибудь сдох от маленького количества жизни, чтобы я потом нормально на кого-нибудь мог прицелиться, да, и убить кого-нибудь хотя бы. Панда изъебнут. Бля, я деньги потратил просто. Пишу твою проблему. As long as I translate it from Russian, you know, I'm a professional Russian translator, you know. Шпигун, мне тут говорят, это не вся баллада. Какая? Ну да, там какая-то баллада о небе. Там просто дальше тексты есть, я не слышал их. А? Да, есть еще хип-хоп маньяки на острее атаки. Они также пойдут по миду. А нет, они на уж. Да. Вот, блять, сука. Как на таком расстоянии можно такой урон делать? Вы мне скажите, пожалуйста, что за хуйня? Молча. Ну, он делает молча, типа. Я в него попал. Спасибо. Даже в голову вроде. Я тебя... Окей. Я подумал, что он тебя убил, на респаун, и ты говоришь такое спасибо, как бы. Он бежал на респаун свой, я пойду проверю Б. А Б-то где? Ой, то есть, блин, он бежит, бомба. Он уже на Б вовсю бежит, этот пидор. Ну, ты так думаешь. Ты посмотри на его уродливую физиономию. Вот этот мальчик. Что это за мальчик? Я слышу, как он бежит на Б. Б! Би! Би! А где ты его слышал? Да слышал, как он побежал. Он сверху? Да, да, сверху, сейчас в апартаментах. Либо он выйдет через этот туннель. Нет его там. Он туннель, скорее всего. Я туннель смотрю. Туннель, сука, пробежал на... Убил его с дробовика. Соси! Свой новый, в твою новую, ты... What face? Хороший Бибер, Баян, Гроб, я что-то не слушаю, потому что я по-русски, но что-то не очень, я очень плохо по-русски говорю. Гроб. Да. Даешь брутальных немцев, Рамштайн или Умф, даешь потяжелее. Бен Аффлек прославился благодаря фильмам Кевина Смита. Сейчас просто. Ой, это была смешная шутка. Нет там никого. Ну и чё, могли пробежаться? Чё-то мне кажется, что это Б будет или мидл. Или они уже на мидл прошли. What the fuck? Они... Они мидл проходят. Охуёво! Всё хуёво как-то было. О, я убил пидора. Я рад. У меня автоноб там лежит. Автоноба подбери автонобу мне. Не хочу я. Да дашь мне! Ну ладно, у меня деньги. У меня больше всего денег. Я понял. Останься на Б, останься на Б. Ты смотри налево, повернись и стреляй. Нет. Да боже, ты трус. Ты всех подведешь. Разворачивайся. Да уже поздно, все. Уже иди туда. Топаешь много, он тебя слышит. Да плевать, это специально-то.
Middle. Все продумано. Отлично. Я же говорил. Не потеряешь калаш ты сегодня. Ну, в этом раунде. Попал по напарнику. Меня еще бесит Black Veil Brides. Подруга, ну просто заебала с ними. Для меня все участники этой группы кошерные педики. Black Veil Brides, я не слышал таких. Я не слышал таких, но я слышал Black еще что-то. И вот он просто реально бесит, блять. Black Label Society? Black Label Society, да. Нет, этот, там закон. Вся, но много. Вся. Ушли. Нет, не ушли еще. Ковры один убил меня. Дробовик поймал. Дробовичок. Ковры. Бегут все на, короче. Full aid, please, need help, need support, backup, please. Когда ты громко говоришь, когда ты громко говоришь, я промахиваюсь с ВП, ты понимаешь? Да, что-то вообще серьезно. Нахуй иди со своим дробовиком! Да как сейчас-то не попал, он же... Окей. Вот это пиздец просто, блять, идите нахуй. Отдашь мне АВП это. Какая-то на твое кривое АВП. Нет! Сука! Сейчас еще репорт кинет. Так, не шути. Анхайлинг. Анхайлинг, я не слышу, такая группа. Хорошая группа. Он вернулся. Хорошая группа Дима Бургер. Дима Бургер? Бургер Димона. Дима Бургер. Кличка кассира в Бургер Кинге. Дима Бургер стоит. Они идут на Б. Б, много Б. Б, меня убили. Блять, бомба Б. Я так и понял, что Б. Да. Окей, у панды прямо анлак какой-то полный. Охуеть, блядь, чё за пидорский. Погоди, не выходи, я выхожу. Смотри. Сука, нет. Я не знаю, они как будто читы включили двойного хп. Потому что... Из-за этого через тоннели. Я иду! О! Я продолжаю идти. Дрейчер сидит дома и кидает всем. Ниндзя. А, вон он, за это. Подпрыгнул такой, тру-ту-ту. Они вот, знаете, как есть этот аттракцион, когда ты берешь... Говорят, хорошая группа Стекловата. Стекловата? Да. Как там называется этот? Группа Газа еще тогда. Нет, Сектор Газа, да. Как там попелось-то про этот... Щет! Не сельский туалет, а другая песня у них была. Они идут на А, по-моему. Или это были наши флешки? Все вы. Да. Ты не ошибся. Не, Мстители я не смотрел, никогда не посмотрю, потому что не хочу. И мне, скорее всего, всунут прям в глотку, когда я буду на очередном фильме, и там будут показывать трейлеры других фильмов. Чего? Только тогда я, скорее всего, посмотрю Мстители 2-3. Ты не смотрел первые Мстители? Я смотрел первые Мстители, а в смысле про то, что мне трейлер не хочется смотреть вторых Мстителей вообще. Смотри, там тизер, там, собственно, себе ничего не заспойлишь. Там все заспойлерили. Ну там просто говорят, что короче, разозлится Iron Man, он станет плохим и всех убьет. Кто разозлится? Iron Man. Побежал один на Б. Но он станет плохишом, да, он станет роботом, и потом они все умрут, и умрет Black Widow, Капитан Америка, все, короче. Блядь, дробовик там, даже не зачекали, пизда. Что, ты видел анонс? Я его не видел. У них еще там две части Мстителей намечены, ну поэтому да. Они... Нет, но там уже будут другие просто Мстители. Другие Мстители? Да, там будет Человек-муравей все делать. Да ну в жопу, Человек-муравей, ну блин, почему нет? Кстати, а что случилось с Человеком-муравьем? Он же должен был выйти, а потом этот, который Скотта Пилгрима делал, такой, не буду. Да, он типа сказал... Он сказал, что мы с пацанами пойдем еще другие фильмы снимать, да. А вы идите нахуй. Я больше марвелских фильмов жду Ворона, ремейк. Его. Кого? Ворона? Ворона. Я рад, что я... Все... Full A! Сейчас пока обсуждаю. Ну, Full A, они как сранча бежат. Потому что все части Ворона, кроме первого, были дичайшим дерьмищем и не хочется. Ну потому что там играл сын Брюса Ли. Его убили да, на даже съемках. Даже если не только из-за... Его не убили, он умер из-за того, что... Его убили, это была подстава, я считаю. Не, сказал, нельзя так это. Просто зарядить не хвосты случайно. Ты взял самый большой круг. Где ты?
Вот я понимаю, можно наоборот, вот боевые патроны зарядить хвостыми, вот будет как КС. Мы стреляем, а в итоге просто вспышки в лицо. Найс, смотри, спас. Да блин! Отлично. Блин! Я банда, чё-то... Я не смотрел игру, что вы. Вот так вот. А я вот вчера смотрел. Тогда приготовься к тому, что все умрут. Рома не даст соврать, но я тебе шарвал пукан просто. Да, но я тебя подготавливал так к этому году. Ну, там скоро будет. Я так матерился, что я просто вечером думаю, сейчас отдохну, посмотрю серию. И такой досматриваю, просто сижу с такой миной, думаю, ёбаный в рот, зачем мне это смотреть теперь? И просто... Но там только веселее станет. Ну, блин, конечно. Там, понимаешь, всех лишних убрали, теперь весело станет смотреть. А-а-а. Как думаете, выйдет ли у меня открыть этот... Я сегодня столько открыл ящиков. Все хуйня была, и это будет тоже. Очевидно. Это не открывай ящики. Sandstorm. Сколько он, 5 рублей стоит или меньше?